Итак, здравствуйте, дамы и господа, с вами я, Bitart671. В этом видеоролике я хотел бы предложить вам услугу по регистрации аккаунтов Cloud AI, а также аккаунтов чат GPT. И там стандартные аккаунты, то есть для тех, кто сам не может зарегистрироваться, у кого проблемы возникают на этапе регистрации, там какие-то ошибки выскакивают, либо смс не приходит, ну, либо кому просто лень самому разбираться, как это все регистрировать. То есть регистрирую на вашу почту за 250 рублей, то есть касаемо аккаунтов Cloud AI, там придет код, нужно будет мне его прислать, чтобы я мог там начать регистрировать аккаунт. Если касаемо аккаунтов ChatGPT, то там нужно будет перейти по ссылке, которая придет на почту. То есть именно данные от вашей почты мне не нужны. Вот. Либо за 300 рублей это регистрация аккаунта именно на мою почту, то есть доступ к почте тоже предоставляется. Вот, значит, если вас заинтересовало, то пишите мне в Telegram t.me/bitart671.ru t.me/bitart671.ru. Ссылочка будет в описании, а также в первом закрепленном комментарии. Вот, значит, у ChatGPT и у Cloud AI вы можете спрашивать различную информацию, если вы там учитесь программировать, там, либо если вы учите иностранные языки, либо если вы хотите просто узнать какую-то информацию. Допустим, вот здесь вот я спрашивал, какое аниме похоже на аниме Shield Hero. Вот я написал: аниме в стиле ужасов, но счастливым концом для мужской аудитории. Видите, даже с опечаткой написал, он понял все равно. И он мне написал здесь, что посмотреть. То есть «Атака титанов», «Токийский гуль», «Психопаспорт», «Адская девочка», «Эльфийская песня», «Паразит», «Ван Панчмен», да. То есть, ну, «Ван Панчмен», конечно, это не совсем ужасы, насколько я понимаю, это вообще комедия. Но тут он немножко попутал, да. И то же самое спрашивал у чата GPT. То есть он тоже дал некоторые варианты. Ну, немножко отличаются, видишь, они отличаются, они не прям стопроцентные. То есть вот какое-то здесь аниме Шики, Another, потом From the New World. Хотя, да, практически все отличается, кроме, наверное, Elfen Lied. И вот это Хигураши, кажется, там тоже Хигураши он посоветовал. Или нет, нет, не посоветовал. Ну, короче, одно аниме совпадает. То есть я бы сказал, что они друг друга дополняют. То есть, допустим, ты ждешь, пока отвечает один робот, берешь другому, пишешь, он тебе тоже начинает генерировать ответ. Вот, на этом все. С вами был я, Bitart671. Пишите, сделаю, постараюсь как можно быстрее зарегать. Работаю по 100% предоплате. То есть вы сначала платите, потом я начинаю регистрировать. Все, давайте, пока.